Из Евангелия от Луки, 11 глава, с 9 по 21 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые из них говорили, он изгоняет бесов силу Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамени с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я сила Вельзевула изгоняю бесов. Если я сила Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царство Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение».